Новогодние каникулы члены общественных организаций округа провели с пользой для дела, составляли планы на предстоящий год, а их, как выяснилось, немало. В режиме прямого диалога реализацию поставленных задач общественники обсудили с депутатом Государственной Думы Александром Толмачевым. Сегодня мы создали такую общественную инициативную группу, можно сказать, координационный центр, в котором мы здесь все инициативы общественных организаций, просто неравнодушных жителей с их проектами, идеями, акциями готовы претворять в жизнь. Обсуждались разные проекты, которые необходимо реализовать, в их числе социальной сферы, в частности, акции и различные мероприятия для многодетных семей. Вы все понимаете, для чего мы собрались и какая цель у нас, да? Вот, чтобы, опять же, по направлениям и объединить, подтянуть этих всех остальных, включить в эти, вот как мама, папа, и то, что у нас в городе было мероприятие хорошее, да, семейное такое, почему не сделать, да? Обсудили и вопрос ветеранских организаций. По словам Бориса Дудика, председателя Щелковского совета ветеранов, здесь необходима всесторонняя поддержка. Этот вопрос стал одним из главных в обсуждении. В этом году 35 лет общественной организации ветеранской, и федеральной, и региональной, соответственно, и местным. И мы в преддверии этого встретимся со всеми первичными отделениями ветеранов, приедем в каждый населенный пункт, проведем встречи, узнаем, чем надо помочь, где надо усилить, что надо сделать, и какие-то бытовые вопросы решить, какие-то общественные. Лилия Тимиева, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.